Вот, а зашли в соседний двор. Нам женщины сказали, что они дом сжигать не будут. Даже предложили миротворцам его российским. Но вот, а соседский дом сожжен. То есть тут валяются кишки домашних животных. Подозреваю, что их зарезали, ну, и вывезли все, что возможно. Потому что невозможно было их, наверное, каким-то путем переправить. Вот. То есть вот тут стоит запах, отрубленные головы животных, вот, копыта, вот, и сожженный дом. Люди стремятся ничего не оставить турецко-азербайджанской стороне. Mm-hmm.